Фестиваль школьных музеев, поисковых групп и музейных объединений образовательных учреждений городского округа сегодня прошел на базе Ахинского краеведческого музея. В нем приняли участие 3 команды. Фестиваль школьных музеев – это уже традиционное мероприятие, проходит оно давно, ежегодно. И сегодня вам опять же предстоит пройтись по залам Ахинского краеведческого музея и ответить на вопросы, которые подготовили сотрудники музея. Но дополнительно вам будут предложены вопросы и на основные такие темы, которым посвящен фестиваль. Это юбилей Антона Павловича Чехова и, конечно же, та дата, к которой мы все готовимся, и которую будем отмечать 9 мая. Это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Целью таких мероприятий является активизация поисковой и исследовательской работы среди учащихся образовательных учреждений городского округа и воспитание у них патриотизма. Ведь практически в каждой школе есть свой музей, а это является благоприятной почвой для формирования чувства исторической памяти. У нас в школе есть музейное объединение «Патриот» и группа «Карбышевцы». Мы каждый год принимаем участие в различных мероприятиях, и вот, точнее, в этом фестивале мы участвуем уже много лет. Каждый год принимаем здесь активное участие. Итак, музей идет очень активную деятельность. Мы ездим на различные слеты, к собраниям, вообще ведем переписки с различными такими же музеями, как наш, имени Дмитрия Михайловича Карбышева. Вообще это очень увлекательно. Мне нравится в этом участвовать, общаться с людьми, с ветеранами. Также мы устраиваем всякие различные экскурсии, общаемся, ведем переписки. Команды, состоящие из 3 человек, принимали участие в викторинах по предложенным темам, презентациях и конкурсах экспромтов. В течение всего фестиваля соревнующиеся зарабатывали специальную валюту. За каждый правильный ответ – 1 муз, по количеству которых потом выявлялась команда-победитель. Ей стала команда из 7-й среднеобразовательной школы, 2-е место у СОШ номер 1, а 3-е у школы-интерната села Некрасовки. Все призеры получили дипломы и подарки. Настенные календари «Сахалинская палитра», краеведческую литературу, свидетельства участников и наборы открыток и календарей. Администрация музея выразила особую благодарность школам за ежегодный активный сбор команд на фестивале.